Как в Актагайском районе развивают детский спорт, в частности мини-футбол. Подробности в следующем материале. В спортзале школы имени Абая провели турнир по мини-футболу, посвященный Году детей и Международному дню защиты детей. Цель соревнования – развитие футбола среди сельских ребят. Наш учредитель Алтынбек Даулетханов когда-то играл за Павлодарский Иртыш. И сейчас в свободное время оказывает поддержку, методическую помощь тренерам, проведение соревнований. На площадку выходили ученики 3-4 классов из 5 аулов Актагайского района. Больше года занимается игрой номер 1 Айсултан Ергалиев. Нравится тренироваться. Учимся играть в футбол. Хочу стать футболистом. Нравится такой игрок, как Неймар. Мы очень любим футбол, участвуем в соревнованиях. Нам очень нравится играть. Что ж, если эти мальчишки останутся верными этой игре, то смогут воплотить свои самые смелые мечты. Мурат Билмажит, Самал Каликазы, Даулет Кешкербаев и Этес Акпарат из Актагайского района.